У рояля директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская. Звучит знаменитая мелодия из фильма «Пассажир с экватора». Автор музыки – великий советский композитор, народный артист Микаэл Таривердиев. Он написал более сотни мелодий к разным фильмам, романсы, симфонии, оперу и балет. Его человеческое, художественное, музыкальное, мужское поведение было безупречным. Не могу предположить, чтобы он когда-нибудь в этом смысле ошибся или оступился. Это было всегда соотнесено с музыкой. Микаэлу Таривердиеву 15 августа могло бы исполниться 93 года. В рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений» в Центральной детской школе искусств состоялась встреча, посвященная памяти гения, на которой присутствовали жители городского округа и участники клуба «Активное долголетие». Человек с удивительным внутренним миром, богатым, ярким, интересным, конечно, это повлияло на его музыку, совершенно уникальный, современный и свежий музыкальный язык. И, конечно, это музыка, которая есть в сердцах каждого россиянина. По земле бродили сказки, было добро-давно, было злым, конечно, злом. Родился в Тбилиси, в раннем возрасте приобщился к культуре. Учился при консерватории, получил лучшее музыкальное образование. За время творческой карьеры Микаэл Таривердиев заслужил десятки наград и международных премий. Завершилась встреча просмотром документального фильма о его жизни и творчестве. Юлиана Мазырина, Вильфрид Демковский. Новости Химки ТВ.